Друзья, всем привет! Вроде обычное мыло, а вы знаете, сколько всего можно с ним сделать? Может быть, некоторые советы вы не знали, и в этом видео я вам все покажу. Первое мне, которое очень нравится, то что если мыло нанести на зеркало, то после душа оно не будет запотевать. Проверено. И второй способ – это очки. Кто носит очки, тоже знает, если отполировать мыло, нанесенное на очки, то оно тоже не будет запотевать. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Этот способ, наверное, многие знают, когда заедает молния, будь то сапоги, сумки и так далее, то можно нанести мыло, и замок будет ходить как по маслу. Не знаю, как сейчас, но если скрипят петли, я помню, что мои родственники в деревне даже... вот ворота такие тяжелые, натирали сухим мылом петли, и они переставали скрипеть. Сейчас, наверное, тоже можно испробовать. Хозяйственное мыло, обычный кусок хозяйственного мыла взять, и появились, например, пятна. Прежде чем пользоваться какими-то дорогими там способами убирания пятен, то можно нанести хозяйственное мыло, оставить минут на 10 на пятна. И может быть, что и отстирается. Например, там пятна от пота, какие-то желтые пятна, от дезодоранта и так далее. Когда я сюда переехала, углы двери были немного погрызаны. И я сначала не поняла, в чем дело. Оказывается, они когда завели собаку, маленький щенок, грыз прям вот эти места. И вы знаете, как они отучили, так интересно. Мы, говорит, нанесли мыло в те места, где собака начинала грызть. Наносишь сухое мыло, и они уже не будут грызть, потому что, видимо, неприятно, что ли. Ну, этот способ многие знают, когда приходят проверять газ, берут мыло, вспенивают и наносят на те места, где возможна утечка газа. И если она начинает пениться, то понятное дело. И вы, наверное, про этот способ знаете, поэтому проверка утечки газа. Необычный совет, если вы готовите на костре. Сажа, копоть, очень тяжело потом посуду отмыть. Это все знают. Но если перед тем, как вы начинаете готовить, взять мыло и всю поверхность, куда может попасть копоть, натереть мылом, такой слой тонкий получается, потом отмыть намного-намного легче. А дело касается новой обуви. Все по размеру, все подходит, но бывает так, что вот задняя часть очень жесткая и некомфортно, то есть и мозоли могут появиться, это нехорошо. Если взять мыло и так обильненько натереть, может быть, с первого раза не получится, но там 1, 2, 3 раза, и задник уже смягчается. Попробуйте, если такая проблема. А этот совет вы, наверное, тоже можете знать. Раньше в шкаф клали от моли, по-моему, такой вонючий нафталин, по-моему, назывался. А сейчас более такой современный. Кладем в шубы там что-то, вот, то, что моль может повредить, кусок мыла. Моль не будет трогать это. Я не знаю, из-за чего, может быть, химия какая-то отпугивающая для моли. Что-то неприятное для нее. И срабатывает, кстати, попробуйте. Поэтому кусок мыла, и если подобрать приятный аромат, еще будет вкусно пахнуть. Друзья, вот такие советы я подобрала. Если вы знаете какие-то еще, напишите под этим видео и напишите, какой из советов вам больше всего понравился. Всем спасибо за внимание, всем пока!